купайся, купайся, моя девочка. Время кринжовой философии. Сейчас проходила мимо младенца, которого зовут Настя. И, видимо, его бабушка говорит: «Настя, смотри, какая собачка». И я подумала, почему люди не называют... Как будто она обращалась ко мне. Почему люди не называют своих детей своими же именами? Это же вообще могла быть высшей формой нарциссизма. Как будто ты воспитываешь и растишь сам себя. И ты и любишь сам себя, получается. Это же... Вот в моем случае это было идеально. Жить надо так, чтобы тебе платили за то, чтобы ты и так делала бесплатно. Но на самом деле есть еще куда стремиться, например, чтобы тебе платили нормально за то, чтобы ты и так делала бесплатно. А еще я подумала, что как будто есть такое ощущение, что я всю жизнь вынуждена буду зарабатывать себе на технику. Ну вот, нужно компьютер, да, объектив, потом еще какой-нибудь объектив. Потом наушники мне нужны, часы, а потом, глядишь, уже и телефон устареет, нужно будет менять, а потом и камеру устареет. Короче, это замкнутый круг. Всю жизнь я буду работать только на ищу богатого мужа.